поступало достаточно немало обращений как от жителей, так и от домов, которые мы обслуживаем, что необходимо и актуально открыть офис в Шахтинском районе. В принципе, это произошло на этой неделе. Здесь будет постоянно руководитель ЖЭКа, техник, мастера, обслуживающий персонал. И планируем пока на сегодня раз в неделю сюда будет приезжать бухгалтерия, в том числе для приема денежных средств за коммунальные услуги. До этого необходимо было за обращениями к этой управляющей компании отправляться либо в индустриальные, либо в зареченские офисы. Жители у нас будут сюда обращаться как к техническому персоналу и в дни приема решать свои вопросы, самые насущные, и по начислениям, и по каким-то определенным нарушениям, и по определенным запросам и заявкам, которые они не оставляют управляющей компании.